Уважаемые граждане России, дорогие друзья, через несколько минут бой кремлевских курантов возвестит о начале нового 2005 года. И год уходящий станет частью российской истории. В ней, без сомнения, отразилась судьба каждого из нас. Отразились свершения всего российского народа. Возникли новые проекты, подходы к решению насущных общегосударственных задач. Мы предприняли серьезные шаги, направленные на повышение эффективности власти, ее открытости обществу и ответственности перед ним. Укрепился экономический, оборонный потенциал, возросли возможности нашей страны. Мы стали больше вкладывать средств в образование и науку. Разработаны программы строительства доступного жилья, повышения качества здравоохранения. Все наши приоритеты связаны с интеллектуальным и духовным развитием человека. Раскрытие возможностей каждого, улучшение жизни людей – это главная задача, главная внутренняя сила развития России. Должен сказать, что уходящий год был отмечен и драматическими для нашего народа событиями. И даже сегодня, в новогоднюю ночь, мы обязаны вспомнить об этом. Грядущий 2005 год для всех нас особый. Год 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Это великий праздник для нас, для всех народов, с которыми мы связаны общей судьбой, я бы сказал, историческим родством. Дорогие друзья, начиная с нового 2005 года, мы возвращаемся к давней российской традиции. Традиции больших новогодних праздников. Пусть они будут яркими и запоминающимися. Пусть они будут наполнены душевной теплотой и сердечностью. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы особенно внимательны к родителям. Охотно делим радость с друзьями. Желаем счастья детям. И, конечно, думаем о будущем. И какие бы личные планы мы ни строили, каждый из нас знает, они напрямую связаны с благополучием и успехом нашей России. Пусть будут наполнены праздником ваши дома. Счастья вам, мира, добра и любви. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2005 годом!